Идет 1 апреля, как известно, это день шуток и юмора. Да. Отмечается он еще очень... день дурака, ну ладно. Ну, я хотел попозже об этом сказать, про нас с тобой. Поэтому решили позвать в гости людей, которые занимаются юмором профессионально. Они играют в КВН. И таких здесь, я так понимаю, трое, да? Не как мы, да? Не профессионально. Нет, подожди, ты уже... Ты всегда говорил, я КВНщик по натуре, знаешь? Это я вообще как бы не участвовал в этом никогда. Ну, один разик, или это уже считается? Не считается, но... Нет, все считается, молодец. Кого мы пригласили? Мы пригласили Романа, он директор, сейчас я прочитаю. Да. Никто же не знает, спутник, да? Нет, тут просто красиво написано, КПЦ ПГУ, вот видишь, директор КПЦ ГПУ, ПГУ, спутник. И Артем Гончар, участник команды КВН. В общем-то, уже прошел первый этап, да, правильно понимаю? Немножко давайте о нем поговорим. В декабре, да, был первый фестиваль? Первый фестиваль среди команд, которые состоят сугубо из первокурсников, он был в декабре месяце 2018 года. Теперь у нас второй фестиваль, близится 1 апреля, и к этому дню, но чуть-чуть позже, конечно, мы будем играть вторую игру. 5 число, пятница, 5 часов вечера в культурном центре. Все знают, как спутник. Угу. Пожалуйста, приходите, посмеемся вместе над... Не над первокурсниками, а над тем, как они шутят, да. Четыре года на первом курсе, пока я не выиграю этот КВН, ребята, я не уйду, для первокурсников. Да, ничего не сделал. Ну и чтобы в армию еще не уходить, конечно. Не раскрывайте все. Мы не хотели, да, но мы это оставим за это. Артем, вы капитан команды, правильно я понимаю? Да. Как, насколько команда готова к этому? Какой команды, как называется? Как команда называется? Очень хочу знать. Стас, ты видишь, ты больше в этой теме, поэтому спрашивай. Поскольку мы патриоты, поэтому команду свою назвали факультет физической культуры и спорта. Молодцы, прям так вот, да? Знаешь, конечно. Коротко. Поскольку мы патриоты учебы видео, знаешь, вот, потому что я ждал, типа, нашу республику. Поскольку у нас нет выбора, поэтому... Понятно. Какого формата юмор у вас? То есть, ну, больше визуального, допустим, у моей команды... О, видишь, Стас, я же говорю, ты в теме. У моей команды был, ну, такой больше визуальный юмор, не текстовой. У вас, возможно, текст или что? На что упор идет? Мы стараемся развивать это все более многогранно, то есть и на текстовой юмор. Также есть сценки, где мы используем просто мимикрию без слов. Просто выезжаем на актерской игре и на музыке. И что получается у вас выезжать на актерской игре? Ну, судя по тому, что мы заняли первое место, я думаю... Да, они обладатели кубка. Это совсем молодая, да, у вас команда? Да, все первокурсники. Есть ли планы какие-то, они более грандиозные, или вы после первого курса собираетесь расформировывать свою команду? Не, звонил Масляков, говорил, высшую лигу, как бы нужна команда. Я, надеюсь, мы понимаем друг друга. Саша, не понимает. Нет, я, видишь, я даже совершенно не вмешиваюсь. У меня просто есть вопрос к Роману, как организатору. Сколько вообще всего будет команд? Команд сейчас точно мы не знаем, но предположительно где-то команд 7 будет. Вот, приедет даже команда из Рыбинского филиала. Вот они, кстати, тоже очень хорошо сыграли первую игру. Они вышли на второе место вот, после ребят, обладателей кубка. Вот. Ну, собственно, почти на каждом факультете сформировала своя команда. Я предлагаю, Стас, ну я честно, конечно, КВН не занимался как-то, но, естественно, смотрел и знаю, там есть такое вот, то, что мне больше нравилось, разминка. То есть, да, правильно я понимаю, что это построено слегка на импровизации, да? На импровизации. Мы подобрали вопросы, я так понимаю, что они тоже как раз из КВН, но уже московского вот этого большого. Мы не импровизировали. Ну давай, Саша. Давайте попробуем. Давайте я тоже тогда поиграю. А, ну давай. Ну тогда с вас и начнем. Давай так, чтобы Артем... Давай каждый, да, то есть как в КВН, каждый дает свой ответ. Так, чтобы я выглядел на вашем фоне чуть лучше. Хорошо. А я в жюри, можно? Да. Я в жюри. Как мы будем играть? Блиц, то есть быстро отвечаем или медленно? Было бы здорово, чтобы вот так. Если блиц, давай у вас из капуста. Да, сходу, давай сходу, да? Итак, что делать, если к вам в гости зашел Путин? Спать. Отлично. Есть. А, я тоже зашел. Хорошее начало, ребят. Ну, хорошая шутка, да. Какой хит был популярен в 1917 году? «Мама Люба». Я тоже об этом подумал. Ну, давай тогда думаю другому, говорите. Свой ответ, пожалуйста. А я ж типа это, судья, Масляков. Я стою, знаешь, когда немножко. С легкой улыбочки. I won't rock and roll. А можно было петь. Да. Отлично. Ты говоришь, как на Евровидении. Да, давай. Стас, родители купили два пианино. Зачем? Потому что воспитывают грузчиков. Хорошо. У них двойня. Так. Потому что. Эх, молодец, КВНчик! Хорошо, давайте, чтобы добить. Как отличить... Ты потом скажут, Стас бьет гостей во всем студии. Как отличить настоящего КВНчика от ненастоящего, Стас? А-а-а.
Профессионализм, я переведу, да? Настоящий знает Маслякова. Так. А настоящий КВНчик всегда грустный. Почему? Я отвечал на прошлом вопросе, потому что. Потому что, хорошо. Потому что нельзя быть КВНчиком. Таким. Да, достаточно. Мне интересно, вот нас как вообще рождаются шутки? Вы берете как-то из повседневности, или вы прям как-то выдумываете какой-то неожиданный сюжет, я не знаю, как рождаются шутки победителей? Каждый приходит, все, ладно. Да, Стас, ты молчи. Это все проходит в процессе обсуждения, то есть кто-то накидываем идеи, формируем из этого, лепим, то есть это такой процесс, можно там поссориться, можно подраться, можно выгнать кого-то из команды. Вот, двух людей числили. Просто выбить шутку. Ну, сейчас 8. 8, да. Не будем говорить о том, сколько их было. Да, то есть, да, я понимаю, что 300 спартанцев было, да, легкий такой отборчик у них. Говоришь, о драках, а девушки есть у вас в команде? Думаете, мы с ними не деремся? Я не знаю, какие девочки на физвозе. На физвозе, видимо, да. Просто если девочки бьют первые, то... Еще раз напомним, когда и куда приходить, чтобы наши зрители, ну, кто увидит и захочет поддержать, я понимаю, что будут фанаты, которые, ну, с факультетов, да, уже придут есть, вас поддержать. Конечно, уже да, есть, да. Куда еще, куда приходить? Следующая игра, когда, да, вот, ближайшая? Пятница, 5 число, 5 часов вечера. О, все, на приходите, 5. В культурный центр университета, вход свободный. Отлично. Вход свободный даже? Да. Так это рубрика «Халява». Тогда мы наконец придем. Выход платный просто, в этом проблема. Тогда мы наконец, да, придем посмотреть. 5 апреля, друзья, 5 апреля в 5, КПЦ «Спутник», приходите. Ну, знаешь, у нас есть такая традиция что-то жевать. Поскольку вы будете соревноваться с командами, я все-таки предлагаю поступить благородно и что-то пожевать своим оппонентам, другим командам, да. Ну, будучи очень скромным человеком, командам, которые будут выступать против нас, я бы в первую очередь, конечно, пожелал удачи. Пожелаю удачи. Вот на такой легкой философской нотке, да? Роман, я так понимаю, вам нужно пожелать всем командам, всем участникам, да? Что пожелаете? Я командам пожелаю драйва, чтобы выйти на сцену, свободно выдать свой материал, в общем, и заполучить заветный кубок. Есть желание кубок получить? Он у нас уже есть. Второй? Плохо тут, да, что не хочет получить кубок, да. Тогда нашим гостям аплодисменты. Всем удачи, да, чтобы над вашими шутками не только смеялись, но и вам аплодировали. Чтобы нашими шутками смеялись не только мы. Да.